Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Андрей Анатольевич Полищук. Являюсь работником агрокомбината Скидельского, филиал Скидельская птицефабрика, отделение Волковыск. Работаю в должности электрослесаря цеха инкубации. Работаю уже без малого 6 лет. Андрей Анатольевич, расскажите для YouTube-канала Фонда рабочей академии, как складываются у вас трудовые отношения с вашим нанимателем и как давно имеет историю ваш, в принципе, конфликт и недопонимание с администрацией? Недружеские у меня отношения с нанимателем, потому что спор возник из-за того, что я не стал подписываться на краткосрочный контракт. Это было 3 августа 2019 года. Ясно. И вы предложили свою редакцию трудового договора. Да, вы выразили желание? Я сам выразил желание, чтобы со мной продлевал не краткосрочный контракт, а контракт на более длительный срок, а потом бессрочный трудовой договор. Скажите, то есть на сегодняшний день у вас, насколько мне известно, не подписан ни трудовой контракт, ни трудовой договор. То есть ваши трудовые отношения не узаконены, да? Ну, якобы да, но они ссылаются, что включился автоматический трудовой договор, только мне его никто не предоставляет, а ихний, что они мне предоставили трудовой договор, я не подписываю, потому что он ничем не отличается от контракта, да, только название. Скажите, ухудшились ли условия труда с тех пор, оплаты и так далее? Ну, они ухудшились, мне сразу занизили тариф. Почти, ну, там, я не знаю, ну, это, по бухгалтерии. Ну, занижен тариф. Условия труда, можно сказать, ну, психологически так вот, это, давление такое психологическое. Работать, конечно, неудобно. А в чем оно выражается? Можете примеры привести? Ну, как-то такое воздействие, ну, психологическое со стороны руководства. Ну, и сам коллектив как-то не дружески ко мне относится, не знаю, там, может, какие-то, потому что знаю, до меня дошли слухи, что информация какая-то такие, как говорится, утки такие запускаются, что я там кого-то сдаю или еще что-то. Ну, вот ну то есть кто-то, неизвестно кто, распускает слухи, порочащие вашу репутацию, да? Да, 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 да. С целью, ну, как бы... С целью меня выжить и... Дискредитировать, да? Да. Ага. Понятно. Скажите, принуждала ли администрация лично вас и вообще есть ли такая практика на предприятии, принуждать к сверхурочным, к выходу вне смены, в ночные, в выходные дни? Да, это здесь практикуется постоянно, и я в том числе. Скажите, за скольких по штатному расписанию работника вы выполняете свои служебные обязанности? Штатного расписания мне такого никто не показывал, но тут ясно, что я работаю один на цехе инкубации. Цех инкубации – это процесс постоянный, то есть его прервать нельзя. То есть должно постоянно контролироваться микроклимат, поддерживаться. То есть должен присутствовать на предприятии электрик круглосуточно, то есть да. В три смены. И вы фактически выполняете за троих или за четверых, да, электриков, да? Да, да. Так, а зарплату получаю за одного. Угу. А что вы и коллектив знает о трудовом, о коллективном договоре, существующем на предприятии? Вот. Действует ли он на предприятии? И знают ли работники, что с его помощью можно отстаивать свои права, более эффективно их защищать и выдвигать требования работодателю? Ну, о существовании коллективного договора коллектив якобы знает, но им никто не интересуется. Он находится у управляющего, во-первых. То есть так просто его невозможно взять и там ознакомиться. Я ходил, ознакомился и поинтересовался у руководителя, интересуется ли еще кто-нибудь. И он сказал, что кроме меня никто не интересуется. То есть люди знают, но
им безразлично, они не знают, что при помощи коллективного договора можно облегчить себе условия труда, ну, создать для себя благоприятные условия труда. Скажите, со времени своей борьбы, да, с конца лета прошлого года, безусловно, коллектив уже знает и наблюдает за вами. Вы предпринимали попытки как-то сагитировать на более организованную коллективную борьбу, то есть на свою сторону переманить, ну, то есть объяснить, ну, понятно, что это вы боретесь за права всего трудового коллектива. И это в интересах всего трудового коллектива, и целесообразнее, эффективнее присоединяться и выступать всему трудовому коллективу единым фронтом, единым крылом. Я доводил и, как говорится, это, ну, информировал и коллектив, и были вроде изначально, ну, меня поддерживали, все, но в какой-то момент все вдруг от меня отказались, я не знаю, это было какое-то воздействие на них, тут как практикуется, это шантаж, какое-то давление, и поэтому люди забоялись, и все, и один я вот остался. А как на это все смотрит профсоюз местный отраслевой, он как-то содействует в этом, или не, какую он... Содействует, я вообще не профсоюзной деятельности, я вообще не вижу. То есть отраслевой местный профсоюз бездействует, вы хотите сказать? Да. Ясно. А что вы предприняли, когда вы это наблюдали? Обратились ли в какой-либо еще профсоюз или жаловались ли в вышестоящий профсоюз? Я обратился за помощью в профсоюз кооператоров, и он мне стал содействовать. Что конкретно он помог как-то сделать? Он помог мне составить трудовой договор, который я и отослал на птицефабрику Скидерскую. И администрация, в принципе, акцептировала этот договор, но не подписала, да? Ну, не подписала, но он у нее там это... Да. Они якобы его признали, но не хотят, чтобы я по нему работал, что не знаю. А какие основные проблемы трудового коллектива, с какими основными несправедливостью сталкивается трудовой коллектив на вашем предприятии? Там переработки или... Переработки, конечно, это... Основная проблема, основная, да? Основная проблема, да. Угу. И выполнение работ. Один человек выполняет несколько должностей, вот хотя бы... То есть совмещение должностей, да? Взять хотя бы меня. У меня и сантехник, и слесарь, и грузчик. И это, конечно, не оплачивает? Конечно, нет. Угу. А скажите, в чем главное препятствие, причина такого слабого, такой слабой солидарности рабочих? И то, что они коллективно не борются и не отстаивают свои экономические интересы? Ну, это, во-первых, коллектив недружный. Угу. Тут очень большая текучка кадров. Угу. Они заинтересованы, чтобы люди приходили, сезонно отработали и уходили. То есть, кого, чтобы, вы имеете коллектив в был, чтобы коллектив был недружный, да. Здесь это... Ну, якобы пару человек оставляют, которые там уже без них якобы не сможет производство это функционировать. А остальные все текучка, поэтому коллектив недружный. Если кто-то и это, как на меня, то у них есть способы шантажа, как, ну, какого-то психологического давления. Но вы ведь этого не боитесь, вы сейчас пошли на такой шаг, на публичность. Я уже ничего не боюсь. Угу. Я уже, говорится, вперед, только вперед, все, ни шагу назад. Вот, и что вы хотите напоследок сделать, какое напутствие и своим коллегам по цеху, и в том числе и всем рабочим Беларуси? Как выступать с единым фронтом в коллективной борьбе за свои трудовые интересы, за улучшение условий труда? Можно обратиться в фонд рабочей академии, в профсоюз кооператоров, которые расскажут, как объединиться в свою первичную ячейку, создать профсоюза. Которые мне помогли, да, в свое время. Конечно, обращайтесь и в академию, и в профсоюз кооператоров. Телефончики вам будут там даны. А вообще, будьте солидарны.
сплоченнее. Только вместе мы сможем их победить. И отказывайтесь от контрактной системы, потому что контрактная система – это полное рабство белорусского народа. Правильно. То есть и последующим шагом будет, конечно же, объединение, создание своего профсоюза, от которого предприятию выдвинуть и подписать прогрессивный коллективный трудовой договор. Благодарю вас, Андрей Анатольевич. Мы будем наблюдать за вашей ситуацией, за вашей борьбой, как к вам присоединяются ваш коллектив. Да? Вот. Всего доброго. До скорых встреч. До свидания. До свидания. Удачи всем.